сегодня расскажу про такую замечательную штуку, как Node.js, которую ранее уже делал Panel. Давайте сначала дойдем от технической стороны и поговорим вообще, что такое, опять же, JavaScript. Откуда мы его знаем? Как разработчики веб-приложений, если кто занимается, с чего мы начинали? Мы начинали с разработки простых HTML страничек, описывать JavaScript какие-нибудь, да, опять же, как говорилось, бегущие строчки, какие-то простые фишки. Чтобы, если мы хотели написать ранее приложение сервер, нам приходилось изучать PHP из PHP и Java и писать сервер. Тем не менее, мы раньше следили за JavaScript, вышел. В общем-то, JavaScript в 90-х годах, начиная с 90-х годов, был просто как бы маленький HTML, динамик HTML. Далее появился JavaScript в лице jQuery. jQuery — это, кто не знает, библиотека. Я бы даже сказал, верхка для JavaScript. С помощью нее стали разрабатываться уже интересные вещи. Я даже на сегодняшний момент очень плотно работаю с jQuery, изучаю его. Далее, больше, уже ближе к нашему времени, появился Node.js. Так что же такое Node.js? Это, в общем-то, приложение, позволяющее запустить JavaScript вне браузера. Чтобы JavaScript заработал вне браузера, его нужно интерпретировать и, конечно же, выполнить. И это выполняет Node.js. Для этого он использует движок V8VM от Google, который на сегодняшний день запускает JavaScript в браузер Google Chrome. Node.js состоит, в общем-то, из двух вещей: исполнение и библиотек. Сегодня рассказываю на GS для новичков, и так хотелось бы показать немного кода, простенького кода для создания сервисных приложений на JavaScript. Давайте для начала я хотел просто показать работу Node.js. Я заранее написал уже свой код, чтобы вас уже не заставлять ждать. Hello World обычно начинает изучать язык. Запускаем Hello World. Данным примером очень коротко я показал, что
обратились к Кнопке и передали ему на выполнение скрипт, в котором был написан Control Word. Это простенький пример, показать работу. Далее, сегодня хотел показать, как написать, в общем-то, полноценный сервер. Что сервер будет выполнять? Он будет принимать запросы и отдавать ответ по определенному адресу. Давайте подумаем, как бы это выполнялось, например, на PHP. Во-первых, нам для реализации нужно установить, например, Apache плюс дополнительный установленный мод PHP 5. PHP бы принимал запросы, обрабатывал их и отдавал бы обратно на сервер, на клиента. С Node.js немножко по-другому это все происходит. Давайте я вас сразу строчек написано на JavaScript. И это вот, что вы видите, это сервер. Это работающий сервер. Чтобы посмотреть, работает ли он, мы его запустим. Локалхост и порт 4.8 нам в ответ приходит Hello World. Мы стучимся, и сервер нам отвечает. Давайте немножечко разберем, что же здесь внутри. На первой строчке у нас подключается модуль HTTP. Он поставляется вместе с коробкой Node.js. HTTP модуль имеет возвращает функцию create-server, в которой есть метод listen, который мы передаем принимать параметр порта, в котором будет прослушивать данный сервер, Это сервер можно назвать приложением. Приложение это прослушивать на порте 4.8 запрос. Давайте пока упустим момент вот внутренности. Говорим о JavaScript чуть-чуть пообширнее. Передо мной говорили, что JavaScript такой язык, где callback'и, который вы, наверное, еще плохо понимаете, что это такое. Для меня понадобилось где-то месяц, чтобы разобраться и понять, как это все работает.
Также JavaScript, у него есть очень хорошая способность, что я не встретил предыдущих языках, с которыми я работал, он может принимать в качестве параметров функции. Ну и не только функции. Я здесь также подготовил примерчик небольшой, показать, как это происходит. У нас есть функции, две функции, say и execute. Снизу мы вызываем вторую функцию. Но посмотрите, что происходит. Первый параметр мы функции передаем нашу как раз первую функцию say, а второй параметр hello. Тем самым внутри во второй функции внутри переданная функция у нас принимается как переменная работа. И далее мы ее вызываем, передавая ей второй параметр. Давайте также ее запустим. Нам скрипт ответил hello. Это во многих книгах называется уже продвинутый JavaScript, в кавычках, используя передачу параметров как параметрах функции. Есть возможность даже не определяя заранее данную функцию, а передать ее прямо в этом месте. Давайте вернемся к нашему серверному скрипту. Но вот здесь вот как раз и пришли, почему я сказал пропустим, так как и вот внутрь нашей функции create server мы передаем функцию. Но эта функция называется анонимная, так как она не имеет имени. Мы могли бы ее, конечно, ранее определить и потом передать, как я в предыдущем примере, но здесь нет необходимости. Как это все работает? В PHP, например, когда приходит запрос на страничку, точнее клиент отправляет запрос к серверу, PHP отделяет новый поток и для выполнения и не переживает больше ни о чем. А в JavaScript на Node.js работает все иначе. В данный момент мы, когда запускаем скрипт, нода запустив данный скрипт, ждет выполнения, ждет запросов, и в то же время, в общем-то сказать, работает в середине кода, останавливается и ждет. В общем-то, работает по-другому. Давайте я сразу лучше покажу, как. Чтобы увидеть, как это происходит. Я напишу. Сервер запустился. Давайте еще раз пробежимся по коду. Node.js подключила модуль, передал функции create server и
стал прослушивать порт 8.8 и продолжил, шел до конца скрипта. Тем самым написал сервер теста. Но функция анонимная, наша функция не была выполнена. Он ожидает ее. Он не будет отделять нового потока, как в PHP. Если придет запрос, он запустит, передаст функции create server, в общем-то, callback произойдет. Давайте посмотрим. Еще раз постучимся на наш сервер. И он нам отвечает. Может быть, кто-нибудь заметил, что сервер нам отвечает два раза, хотя я в коде написал один раз тук-тук. Почему это происходит? Это зависит уже от браузера, так как, например, Chrome, он отправляет запрос, а также дополнительный запрос на favicon. Это иконки, которые вставляются в вкладки. И тем самым, получается, два раза он обращается к нашему серверу, и в ответ нам два раза приходит. Но в других браузерах, например, Firefox, такого не происходит. Они не случают. Слушал первого докладчика, очень много было у меня вопросов и споров, но как вышло, сразу все вылетело из головы. Сначала это для меня было ужас просто после синхронного программирования прийти в асинхронное. Вот. Но я готов поспорить, что асинхронное для веб-разработки очень прям подходит. Например, я работаю в фирме Gartix, и я разрабатываю сайт Mahoma. Кому интересно, может быть, потом зайти, зарегистрироваться, посмотреть ресурсы. Вот данный сайт написан на Node.js и JavaScript. Сам JavaScript, почему Node.js? Так как я использую JavaScript для написания страницы, в то же время для клиента, это front-end. И также для бэкэнда, серверная часть, я использую тот же самый JavaScript. Мне не нужно изучать несколько языков, как это происходит, например, в PHP. Я подключаю jQuery. Опять же, это та же самая оболочка JavaScript, и мне не нужно опять заново изучать дополнительные какие-то скрипты. Также говорилось про CoffeeScript. Довольно похожий язык для меня на JavaScript. Опять же, я его также использую для формирования страничек. Данный сервер с чуть-чуть рекламки. Сервис, вы заходите на этот сервис, отвечаете на вопросы, которые вам интересны, и он анализирует ваши ответы и показывает схожих вам людей. Есть два сходства, есть прямое сходство и сходство по группе. Есть проценты сходства по ответам.
также, почему для меня колбеки большой плюс. Например, в синхронном программировании код идет строчка за строчкой обрабатывается. В асинхронном я могу делать записи в базу, не дожидаясь этого. Например, у нас пришла 1000 какой-то большой текст, 1000 строчек, не знаю, большой текст, который будет долго записываться в базу. А в синхронном нам придется дождаться этого выполнения записи, и только тогда мы сможем пойти. А как же пользователь будет ждать загрузки, например, там 10 секунд? Ему это не будет интересно, он просто уйдет с этого сайта и все расскажет. Я, например, использую данный плюс в том, что можно в JavaScript ждать возвращения выполнения данной операции, а можно не ждать. Я записываю удаление, например, какой-то информации, я говорю удали и пошел дальше работать. Как у нас здесь происходит в скрипте? Я говорю, что да, я создал сервер, запусти, ожидай, а я сам пошел дальше писать сервер has started. И только тогда, когда у меня пришло какое-то событие, я попадаю в callback. Тем самым я не заставляю пользователя о чем-то чего-то ждать лишнего. Еще хотел сказать тебе, сегодня показывали базы данных, и я использую NoSQL. С SQL тоже работал, не чуть-чуть. После вот как я познакомился с NoSQL, я, как бы сказать, крестился прям даже от SQL. И на данном сервисе используется MongoDB. В чем плюс NoSQL? Тем самым, что я могу создавать свои уже какие-то не только таблицы, а какие-то свои собственные разработки внутри. Например, в MongoDB в большей части хранится вся информация как JSON. Кто не знает, это ключ значений. Сервер, колбеки и так далее. Замечу, есть такая парадигма, называется, скажем так, использование сообщений в серверах. Например, если вы хотите определить какую-то функцию, которая будет выполняться, когда, например, пришел какой-то запрос, то, например, не сильно-то просто осознать, что нужно для этого написать колбек, этот колбек вызовет другой колбек, этот колбек еще куда-то постучится, а там еще колбек придет, ну, в общем, вермишель. А почему не сделать, например, я не говорю про Node.js, я говорю про то, что почему не использовать такой подход с месседжами. Пришло сообщение, нужна страница. Отправили сообщение всем объектам, которые есть в системе, что нужна страница. Правильный объект сам поймет, что ему нужно ответить, отвечает, все. Все просто, четко, понятно. Это к вопросу о том, что для вас это было таким прозрением, что callback — это такая вещь хорошая. Вот. Она хороша только в одном случае, когда... Сильного поток, то есть код, функция, класс, он выполнен отправлен. Нет, ну, так нет, я не говорю, в чем проблема. Да. Можно внутри одного класса, а внутри одного. Я понял. Раньше, как только я начал писать, для меня это тоже было ясно. Каша полная. Ну, поработав с этим языком и прочитав интересные книги, например, я вас говорю сильный сторону. Как-то эта каша превращается уже в какие-то булочки, раскладывается все по-другому, смотришь на это все. Я не спорю, что там на PHP тоже обязательно хорошо, на нем пишет, на нем много чего работает. У него свои плюсы, но как-то для меня, я вижу, что эта асинхронность
какой-то большой плюс для веб-разработки. Ну, это понятно про асинхронность. Я вот сейчас немножко так скажу о том, например, я буду рассказывать про такую штуку, как Erlang. Там, например, вот callback'и — это зло прям неимоверное. Почему? Потому что тогда не будет асинхронности как раз. Например, я хочу, чтобы у меня вот эта функция выполнилась на машине номер 5, которая находится в Сан-Франциско. Вот. Как вот с этими callback'ами жить здесь? А вот вторую функцию, которая у меня отвечает за другую страницу, я хочу, чтобы выполнилась в России на ноде номер 6, которая сейчас более свободна. Вот. И при таком подходе, вот как вы говорите, что тут уже интересно ваше мнение узнать. Например, в базу пишет какой-то поток, да? Большой текст, здоровый, действительно будет ждать надо. И в этот момент кто-то запросил его, потому что там уже на клиенте считают, что уже все записано. Что вы делаете в такой ситуации? Ну, в данной ситуации надо смотреть еще, что записывается. Ну, то есть блокируете? Нет, не блокируется. Просто бывает, если запись, которая необходима сразу будет запрос, то лучше, наверное, подождать. Но, например, насчет записи, как бы надо тут рассмотреть, какая ситуация. Насчет удаления, я считаю, что можно сказать удаляй, а сам хотя работает. Не, ну удалять-то понятно. А если я наоборот создаю какую-то большую запись, действительно, вот ну, у вас там много было картинок, да? Я там, например, нажал какую-нибудь кнопку создать этот граф, да? В MongoDB там же используется, по сути, документ ориентирован, там дерево. Я там решил создать какое-то большое-большое дерево. И в какой-то момент времени у меня какой-то другой процесс спросил, а вот я хочу вот эту ноду, ну, эту ноду из какого-то дерева, а она еще не записана. Ну, в том-то прикол, что он не сможет ее спросить, потому что нода ему, скажу, что он ее еще не записал, ее, и он ее не видит. И тем самым он ее пока еще не сможет попросить. Ну, то есть, пока он его не запишет, да, по сути, тот поток ничего и не вернет. Ну, правильно. По сути дела, будет, считая, клиент видит, как будто ее еще не показывает.